Чтобы поддержать творческий потенциал жителей Кубани, сохраняющих и развивающих лучшие образцы народного творчества, и проводится краевой фестиваль вокально-хоровых коллективов «Не стареют душой ветераны». Нашему городу была предоставлена честь стать местом проведения первого зонального этапа этого престижного фестиваля. В городском доме культуры собрались лучшие вокально-хоровые коллективы из Анапы, Новороссийска, Абинского, Динского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Крымского, Калининского, Красноармейского, Тимашевского и Славянского районов. Всего в концертной программе приняли участие 16 коллективов, которые прошли отборочные этапы в своих муниципалитетах. Начальник управления культуры Славянского района Дмитрий Решмет сердечно приветствовал участников краевого фестиваля, отметив их неравнодушие и высокий творческий потенциал. И отрадно, что в этот год, год столетия Славянского района, именно Славянский район выбран стартовой площадкой для проведения такого замечательного краевого фестиваля. Я хотел бы пару слов сказать о том, что сегодня вот вы, коллеги, присутствующие здесь, являетесь действительно теми людьми, которые сохраняют для будущих поколений истинное народное творчество. Не случайно в этом зале за вами сидят и наши дети, это воспитанники детской школы искусств Славянского района. Это те, кто будет продолжать ваше творчество. Спасибо вам огромнейшее за тот позитив, за ту энергию, которую вы привозите в Славянский район, которую вы дарите нам, дарите друг другу. Нужно больше общаться, нужно больше встречаться. Крепчайшего вам здоровья, мирного неба всем нам над головой, ну и творчества. Представители старшего поколения, участники фестиваля, играют большую роль в культурно-досуговой деятельности, патриотическом, нравственном, эстетическом воспитании кубанцев, прежде всего юных, и они своим творчеством подают прекрасный пример подрастающему поколению. Самое главное, о чем говорили артисты в своих песнях, это неподдельный патриотизм, любовь к родине. От Славянского района выступили Народный хор «Ветеран» городского дома культуры и Народный хор «Приазовья» сельского дома культуры «Коржевский». Члены жюри поблагодарили участников фестиваля и вручили дипломы за участие. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».